получилась вот такая масочка. Эти одеваем на ушки. Так, друзья, добрый всем вечер. Сегодня у нас 17.03 марта 2020 года. Знаете, везде свирествует коронавирус. С завтрашнего числа в Украине и других странах будет прекращено сообщение железнодорожное, даже автобусное между городами. Вот такие дела. Что я хочу в сегодняшнем видео показать, как можно сделать шикарную неодноразовую маску. Вот это, видите, одноразовая маска медицинская. Сейчас она стоит, упаковка 25 штук, 1889 гривен 37 копеек. Потом маска медицинская угольная пита стоит 3 штуки. Но надо минимум иметь 3 штуки, 1173 гривны. Ну и упаковка масок обычная, марлевая, 30 штук, стоит 540 гривен. Я так думаю, что их уже в продаже нет. Вот. Я буду использовать салфетку косметический с наночастицами серебра. Вот видите, здесь сильвер. Вот есть такие упаковочки. Вот такая косметическая, которая для женщин, для мужчин, для снятия макияжа и так далее. Да? Вот есть такая вот такого цвета, слоновой кости. Вот, Aquamagic линии. Вот. Что нам еще нужно? Вот, я купил резинку для одежды, да. Но я так думаю, что лучше взять вот такую резиночку, вот, которую на привозе в магазинах там что-нибудь закрепляют, да? Дальше иголка с ниткой, в принципе, и все. Так, получается у нас салфетка 20 сантиметров длины, длиной и шириной. Вот. Так. Так, 20 сантиметров как раз вот нам хватает для того, чтобы сделать нормальную маску. Вот эта вот маска, вот посмотрите, даже меньше получается. Вот это медицинские, которые продажные. Но это все одноразовое, вы же понимаете. А эту можно постирать обычным хозяйственным мылом, и она будет иметь те же самые свойства, тем более с наночастицами серебра. Итак, здесь видите даже загиб, вот инструкция, я выложу ее на экране, чтобы вы видели. Вот инструкция, как можно пользоваться, что можно, что нельзя с этой салфеткой. Итак, она даже как бы здесь и проглажена. Вот. Что я делаю? Вот, делаю такие загибы, которые сейчас прошью, и в ускоренном виде вы увидите, как я прикрепляю вот эти вот резиночки. Сразу разрежу пополам ее, их так, раз и два. Все, раз. И вот тоже длина достаточно 20 сантиметров, чтобы можно было маску одевать за уши. Так, итак, что мы делаем? Берем, прошиваем. Не надо никаких швейных машинок. Все элементарно просто. И с этой стороны то же самое. Все просто. Главное, нам не столько нужна красота, как безопасность. Она на частицы серебра сделает свою работу. После ее носки желательно иметь, конечно, штуки 3-4, чтобы на работе, допустим, кто работает, чтобы можно было менять. А после этого прийти домой, постирать обычным хозяйственным мылом или пластинами Биотрим, эко-пластинами. Вот, уникальными. И все, вот тоже узелок делаем. Так, и теперь пришиваю резинки. Резинки нахлестом. Сделано своими руками, надежно и практически бесплатно, за исключением
того, что нужно купить резинки, ну и салфетки косметические. Я смотрю, уже люди продают такие маски за 150 гривен. По крайней мере, это не одноразовые вещи. Так что... Так, все. Все, вот оно держится у нас. Классно. Желательно хорошо вот так вот стянуть ее, чтобы не оторвалось. И желательно вот саму резинку вот эту тоже, видите, чтобы загнать иголку, чтобы она лучше зафиксировалась. Все, да? Готово. Вот видите, я здесь проколол специально. Вот, проколол резинку, чтобы она более надежнее зафиксировалась. И вот у нас получается длина маски. Сколько у нас здесь? 20 сантиметров. Ширина получилась рабочей поверхности 10 сантиметров. Вот. Вот так раскрывается. Вот. И вот у нас масочка. Так, можно из такой вот салфетки деликатной сделать. Видите, Aqua Magic. Магия воды. Aqua Magic. Получилась вот такая масочка. Видите, одеваем на ушки. Если, допустим, свободно, да, то мы просто-напросто здесь резиночку затянули. Все. И вот таким образом. О, все. Отлично все закрывает. Ни наночастицы серебра не дадут попасть на вирусу. Все. Вот таких надо иметь. Три маски, и коронавирусу будет кранты. Пишите свои комментарии и будьте здоровы. Все, пока-пока. С вами был Сергей Одесса.